Главная задача антитабачного митинга – привлечь внимание общественности к здоровому образу жизни без никотиновой зависимости. Подобные акции на курорте носят регулярный характер. Мы призываем всех жителей и гостей курорта отказаться от курения. И эта акция у нас будет проходить каждую неделю. Сейчас мы ее возобновляем, погода наладилась, и мы будем молодежью выходить и призывать гостей и жителей курорта отказаться от вредной привычки. Еще в 2010 году до принятия федерального закона на курорте начала действовать хартия «Сочи без табака». За прошедшие несколько лет объективные показатели говорят о том, что число курильщиков резко сократилось. Если говорить о факторе риска курения, то этот фактор риска имеет значение для развития практически всех заболеваний. И на первом месте стоят так называемые неинфекционные социально значимые заболевания. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания легких, сахарный диабет. Курить или не курить – личное дело каждого. Однако каждый раз, потянувшись за сигаретой, следует помнить, что около 10 миллионов смертей в год происходит от заболеваний, сопряженных с никотиновой зависимостью. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.